Лучший участковый страны живет в Алтайском крае. В Барнауле прошел финал всероссийского конкурса профессионального мастерства. Среди участковых уполномоченных России название «Лучший по профессии». К выполнению норматива приступить. Каждый из участников, а их было 84, уже лучший. Все они победили в региональных этапах конкурса. Теперь в финале им предстояло помериться силами в основных 5 дисциплинах. Прежде всего, это специальная подготовка, знание законодательства, навыки при решении различного рода практических нестандартных задач. Кроме того, знания и умения по криминалистике, по уголовному праву, по медицинской подготовке и показали навыки умения стрельбы. В этом году вместе с мужчинами участие в конкурсе принимали пока только 3 девушки. Но уже в следующем, надеются организаторы, их станет больше. Дипломы 2-й и 3-й степени по физической подготовке получили участницы из Владимирской области и Калининграда. Конечно, с мужчинами было очень сложно соревноваться. К этому я пришла в силу своей работы, в силу своих стараний, умений. В свободное время я занимаюсь спортом. Оценивали конкурсантов профессора и преподаватели Барнаульского юридического института. В результате 3-е место завоевал участковый из Новосибирской области Иван Пирский, на 2-м представитель Кургана Андрей Тюленев, а лучшим стал участковый из Рябихинского района Алтайского края Евгений Рождественский. Какой он современный участковый? Каким он должен быть? Наверняка любознательным, трудолюбивым, неугомонным, если так можно сказать. Добрым, с другой стороны, в то же время чутким к людским бедам. Все участники получили грамоты, ценные призы, заряд хорошего настроения от творческих коллективов города, а главное, приобрели новые практические знания и, конечно, новых друзей. Евгений Ещенко, Александр Антропов. Наши новости.